Века на древней и благодатной земле Узбекистана жили и живут представители разных самобытных культур и цивилизаций. Это способствовало формированию менталитета узбекского народа, отличающегося миролюбием, открытостью, широтой и щедростью души. Оказавшись в нашем крае, тысячи людей по-настоящему узнавали, что такое человеческая доброта. Узбекистан – многонациональная страна с богатейшей историей и многогранной музыкальной культурой. Ее создавали представители более 130 национальностей, живущих на этой земле. Вторую родину обрели здесь многие диаспоры, в том числе и бухарско-еврейская. Присущая ей созидательная и творческая энергия оказала большое влияние на развитие культуры и искусства Узбекистана, способствовала взаимообогащению культур. Начало этому феномену было положено в XIX веке такими известными в народе певцами, как Борух Калхок, Левича, а затем их последователями из династии братьев Бабахановых, Талмасовых, Мулакандовых и многих других представителей этой нации. Во второй половине XX века наивысшего расцвета достигает творчество таких видных деятелей узбекской культуры и искусства, как Сулейман Юдаков, Манас Левиев, Берта Давыдова, Марьям Якубова, Сахар Акилов и другие. Искусств прекрасных на земле немало, но сколько бы веков ни миновало, лишь музыка, любимица времен, и счастлив тот, кого она избрала. Эти строки в полной мере отражают жизненный и творческий путь народного артиста Узбекистана, лауреата многих премий, композитора Сулеймана Юдакова.